Вот для чего я сюда пришел. Это гобелен Иеронима Босха, вернее, не им созданный, а по его картине, по одноименной картине «Сад земных насаждений», тоже сделан, естественно, в Брюсселе в 1550 году. Это можно одуреть. Просто нету слов. Тоже из золота, серебра и шелковые нити. И что интересно, Питер Брейгель старший, который, в общем, был последователем Иеронима Босха, он как бы был автором шаржей, вот таких гобеленовых шаржей на картины Иеронима Босха. Боже, она настолько четкая, точная и передает, как можно было передать в гобелене вот эти вот скопления тел этого триптиха. Это весь триптих в гобелене. Рай и ад. Вот здесь, скорее всего, ад. И вот Питер Брейгель старший. Все картины Босха, ну не все, многие картины он переводил в такие как бы смешные шаржевые гобелены. А бельгийцы их штамповали. Одуреть можно просто. Как же это круто. Какой же это красивый гобелен. Во-первых, он огромный. Но вот эти детали. Вот с людьми. Здесь вот эти детали такие проработанные. Как это можно было сделать, я себе не представляю. Это уникальная работа. Вон чуваки, вылезающие из уха. Ну, просто картины Дали. Да, он вдохновлялся им. Обалдеть. И вот это нужно, конечно же, заснять. Вот эту красоту. Кстати, этот гобелен входит в серию «Искушение святого Антония». Да, 1550-60 год. Боже. Это все делалось в Брюсселе. Ага, и Филипп II, конечно же, в 1591 году себе триптих Босха прихватизировал. Нету просто слов. Какой это одуренный гобелен. Здесь же второй гобелен из той же серии «Искушение святого Антония». Вот, конечно, Брейгель старший был еще тот приколист. Это по картине Иеронима Босха «Сток сена». Называется «Шарж». Он уже тогда юморески писал. «Сток сена» или «Невзгоды человеческой жизни». А, дуренный, блин, такой гобелен. В общем... Ну да, в принципе, у Босха все картины пронизаны человеческими пороками. И вот Брейгель так клёво с такими вот, скажем так, юмористическими, не знаю, как это сказать, методами. Делал шаржи на его картины. Очень интересные два чувака здесь. Людские страсти и пороки. Блин, классный, суперский гобелен. Второй из серии «Искушение святого Антония». Да, бельгийцы их штамповали. Нравились им эти штуки. Это 1050-60 год. Да, Питер Брейгель был картунистом. Ну, рисовал смешные картинки и шаржи. Обалдеть. Супер гобелен.